Уважаемые жители города Пушкино, дорогие друзья, рад приветствовать вас на этом празднике, на открытии арт-объекта «Беседки счастья». Данная беседка открывается в городе Пушкино в честь, так сказать, нашего юбилея, 25-летия со дня основания Банка Возрождения. За эти долгие годы Подмосковье стало нам родным регионом. Мы не только делаем бизнес в этом городе, но также участвуем в социально значимых программах. Вот, так сказать, один из них. Мы в честь год своего юбилея дарим городу это памятное место. Мы надеемся, что здесь будут люди отдыхать семьями, после пеших прогулок, делать фотографии. Здесь, может быть, пригласить девушку на свидание. Это знаковое место будет для города Пушкино. И надеюсь, что у каждого побывавшего под этим радужным зонтиком будут сбываться мечты, и это принесет счастье этим людям. Спасибо еще раз вас всех с праздником.